городском округе открылся пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Керчи. Идею протянуть крымчанам руку помощи подали лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Валентин Герасимов, его коллеги по движению и депутаты партии «Единая Россия». Люди несут постельные принадлежности, воду. Вот, например, моя семья тоже уже собирает все необходимые вещи, туалетные принадлежности и так далее. Поэтому акция будет в течение недели продолжаться в баскетбольном центре на арене Химки. Здесь все организовано, и прием, и учет, и охрана. Ну, а естественно, потом мы все будем транспортировать в Керчь. Что еще можно принести для отправки крымчанам? Одежду, в первую очередь детскую, лекарства, градусники, дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены. Гуманитарная помощь принимается в баскетбольном центре по адресу Кирова, 27, ежедневно с 9 утра до 6 вечера.